Приветствую вас, дорогие наши зрители. Ваш вечеринка Stardust Vials. Это полное обновление. Это веселый, захватывающий боевой группы. Flash Party. Это многоплатформенный файтинг, в который можно играть бесплатно с онлайн и офлайн матчами на выбор. Различные режимы, тематические сезоны, соревнования. Кстати, онлайна сейчас дохренища, дохэ прям. И что самое интересное, что страница написана не поддерживает русский язык, но как вы видите сейчас он действительно есть. Давайте перейдем, давайте посмотрим, что он из себя представляет, эта игра. Вау, щет, пипись. А, все понятно. Вначале нам дали немножко... А, можно я просто тап-тап? Вот, значит, есть, скорее всего, мобильная версия, да? А, также можно создать. Введите собственный ник. Hell Hunt. Этот пользователь не может быть пустым. Чего? А... Простите, я не знал, что там пробел откуда-то появился. Опять идет загрузка на русском языке. Странно как-то. Ух, нихуя. Слушай, ну... Начало вроде как, типа, неплохо. Обучение. Так, у нас есть какие-то подарки. Двойные новые. Offers. 8 баксов. Хорошо. События, всякие штуки, дрюки, битва. Давай посмотрим. Ну, прорисовочка прикольная. Такие прям модельки такие. Шарбой вау какие-то. Так, все, пошел. А, так она один, как бы, раз на раз, да? Прикол. Интересно, интересно. Так, у меня что так долго грузится? Хватит. А, ну тут разные режимы, на самом деле, должны быть. Бля, как биться? А как бить? Тренер. А, может быть так. А, все. Все, я понял. Так, А, Д пробел, это про... Ага. А что здесь только К и все? Ай, блядь, больно, дурак что ли? Улетело. На. Тут один скилл получается, что ли? На, на, комбо тебе. Все. Упади вниз, говнюк. Я сразу вспоминаю Mortal Kombat, когда не даешь встать в целом. Ай, блядь, больно. Хорош. Ай, угораю. Давай. На. Ну это понимаю, я понимаю, что это бот, скорее всего, играет. Как ты так держишься? Все, победили. АД плюс Ке, все, больше ничего нет. Может быть, это будет со временем появляться? Наконец, в какой-то игре, которую я обозреваю, я побеждаю. Обалдеть. Так, можно, типа, переиграть. Ну, а по хэнам переигрывать. Или это обязательно, типа, обучение, не? А здесь больше нету, да? Да. А, нет, все, значит, нормально. Так, у нас дали сундук. Ну, скорее всего, есть и телефонная версия. Если тап-тап есть, это все. Теп-теп, тап-тап, туп-туп. Тик-так. 4 победы для открытия нового режима. А, вот, 4 победы нам нужно сделать. Хорошо. Поиск матча. 1 на 1, вот. Арена.
тренировочный зал, локал versus, party lab. То есть, короче, в целом, ну, вот, тут уже вроде живой чел, Sky. Там, там-то, скорее всего, был тренер какой-то, там непонятный батяра. Ну чё. Вообще, баб не бью, конечно, но у тебя чуть хело на голове. Ой, блядь, больно. Блядь, да как так-то, на? Домой иди, коза. Далеко, давай, писька. И давай. Нама. Без тебя не так. Летишь домой, словно комета. Ты иди давай. А, ты давай иди. А. На, сучка. На, сучка, сказал. Иди на место, бля. Пиздуна. Да хорош, ну как так-то? Это что за бессмертие-то? Ах ты... Писка, писка. А, ты меня решила зажать, сучка краша. Хорошо, на, на. Просто тебе не нравится? Точнее, тебе нравится, когда тебя сучка бьют. Значит, ты будешь такой херней страдать. На, на, улети. Кать, как ты так цепляешь? Вот объясни мне. Хорош. О, как я хорошо. Ай, комбанул. Так, одного я ее выбил. Короче, надо выбить с арены. Домой иди. Блядь. Да на. Блядь, больно. Хорош. Ну он такой угарный перс. Домой. Ёпта. Ай, бля! 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 Я сам себя уничтожу, придурок. На, с ноги тебе сверту. Сразу же выбил. Главное с поля выбил. Выбить нахрен, а дальше уже можно просто кукунгер делать. Блять, чё, блять, больно. Собака ты, двуногая чучхела. Пиноккио, Чиполлино, ёпта, на голове. Ты меня не беси, пожалуйста, по-братски тебя прошу. Домой лечи. Блять, как вот? Снизу получается вот так цепляться у них. Все. Фаталити, ёпта. Так, получили награды. Хорошо. Продолжим. Давай. Нормально. Так, получили что это такое? Это новый герой Мико. Это Чиполлино. О, это Йети, да? Замените сражаться, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Типа боевой пропуск, понятно. Угу. А у него вот здесь получается, ну. Смотри, он как Brawl Stars, что ли, прокачивается. Собираешь очечи, типа, и качаешь. Угу. Давай посмотрим. Чё-то мне кажется, этим я сейчас просрал карт. Не знаю почему, но... О, Мамори опять. Мамори. Мамури. Мамуся. Ещё скиллы у них дополнительно есть какие-то. Резиновая писка. Ебать. Прикольно. Это же читерство, ёп. Это читерство. Посмотри, он, по сути, встать не дает ему даже.
Долети, блядь, сучка. О, кузом, смотри. Это прям копия моего персонажа и меня. Сразу, он просто сразу вылет. Да хорош, блядь. Я сам себя убил. Скатился, ебывай. На, с ноги. Все, минус. Не получилось. Я тебе говорю эту тему. Он сразу выбивает и все. И она, получается, даже заблокать не может. Ты охренела, что ли, падает? Жопа навозная. А как, блядь, двойной прыжок делает? Я так не умею. Пузом пиздякнул. Все победил. Сразу вот так вот, это, блядь, изи. Все, кузом опять выбил. Так он, получается, понимаете, она блок ставит, и как бы блок ее выбивает. Выталкивает ее. Это очень, как бы, жестко. Еще и пузом выбивает. Бля, больно. Так, допустим. Хорош. Прощай. Нет, как? Как ты? Все, сосамба, карабамба. Не, ну такой изи перс на самом деле. Прикольный чел. Толстячок Джо. Какие-то плюсики у него что-то появились. Так, золотишко. И там сундук какой-то. Там еще... А, там новый режим, вон там откроется, что-то такое. Party Pass. Мы уже сундук можем. А, ну вот, первого перса можно прокачать. И 6 еще на него. Да, я говорю, это похоже, что-то на Brawl Stars, только сделали в плане файтинга, получается. По сути, там тоже тот же файтинг. Но... Все, дальше мы ничего не можем. Герои. Посмотрим, как улучшение работает. Давайте. Угу. Давай попробуем. У нас есть что дополнительное? Режим подбора, что это такое? Один на один только есть пока. Давай попробуем. Сейчас уже точно не какие-то... А, одинаковый перси. Ну, значит, сейчас будет очень весело. Веселуха. Ищавуха. Сразу же выбил чего. Ма. Я вот люблю такое издевательство над людьми. Бля, больно. Домой лети. Вообще выбил он нахрен отсюда. У меня что, долго висеть будешь? Без тебя нету. Лети домой словно камень. Блядь, больно. Ай. Нравится вам падать, ребят. Ну, согласитесь, это прям очень круто. Ты спасите один раз попасть так и все. Все. Ну что, сейчас как-то налегке было совсем прям. С
совсем легко и прилегко. Так, тут дополнительный сундук. Что у нас тут? Награда звезд уже получена. Стикер фрагмент. Сколько всего? И вот еще мы получили. Ну давай, я хочу его качнуть. 40 штук. Он мне по душе очень хорошо прям так понравился. И у него, короче, вон, смотрите, ветка развития получается. Дополнительные штуки какие-то одеваются, короче. Стикеры какие-то, все какие-то улучшалки, что-то такое. Повысить уровень. А, тоже нужно это. Все, я понял. Так, ну здесь ничего нового. Ну, то же самое. Давай. Также есть какая-то энергия, вроде, тратится. Ну. Давайте пока грузится, можно поставить костюм. А, все ясно. Блин. Хайлхант против блин. Малис, блин. Второй уровень толстяка взял. Это бомбалео. До свидания, говорю. До свидания, говорю. Пока. Кайф. Давай в другую сторону тебя повылетаем. Ой, бля, простите. Он двигается так быстро, что можно вылететь нахрен отсюда. Бля, в другую сторону. Ну так он меня еще ни разу не ударил по логике. Давай еще разок. На! Супер броня блок. Да как у них вот эти двойные прыжки? У меня в прошлый раз просто не получилось. А они, смотри, каждый, блядь, второй прыгает так. Пошел отсюда. Но он даже ни разу не ударился. Нагрузки вообще никакой. 60 FPS. Проваль. Так, это что, я какое-то лого получил? Новый режим 2 на 2. Давай посмотрим. Вот, интересно. Как он работает? Так, стикер фрагменты. 2 на 2. Нужно 8 побед для открытия нового задания. А, кто хочет 2 на 2? Кстати, ну можно, мне кажется, с друзьями поугарать, повеселиться. Ох, какая лока. Тем более здесь, по сути, одну кнопку нажимать пока. А у них своя жизнь, да? Я их просто сейчас запинаю нахуй. А это кто что призвал? Люди какие-то появляются. Так, мы победили кого-то. Как футбол. Короче, больше 100 набиваешь и выпинываешь нахрен.
А, за эту сторону, за красную нельзя. То есть, короче, просто нужно просто тупо выбить персонажа. Все, я понял. Как, это, короче, как правило, с сумом. Все, вот видишь? Сумо. О, там тоже за линию выгнал, все. Все, я понял. Ну, хорош, хорошо. В принципе, не сложно, что самое интересное, что не сложно. У меня анимации вроде хорошие. Давай еще раз. Пока есть у нас еще этот, как здесь это... Энергия на бою. Здесь смотри, уже вообще другая у нас героиня, Тина какая-то. Тина, бледина. Ой, бля. Нахрен пошел. Думба. Бамба. Хорош. Да и меня больно. Как вот, вот это я понимаю. Вот сейчас играют живые люди, которые уже ломают систему Нипель. Блять. Ах ты, ёпта. Пиздяк, он как больно. Хорош. На одну жизнь я, конечно, потерял. Меня выпнули, так дубинка пиздяк не так, что нам не берем. Шестьдесят энергии, 20 энергии бой. А, ну здесь видите, вот еще какие сцены возрождения, всякие утята, которые покупаются, да? Ну понятно, эффекты нокаута покупать. Смайлики. Звездный ротор. Есть у меня? А, тоже нужны штуки всякие. Выбрать. Блин, многих, кстати, игр, как Mobile Legend. Помните, там такая же система была по, ну, по прокрутке, в принципе. Первый день за вход, в конце получишь Алису, теплая зима, и Алиса третий день. Видимо, тоже дополнительные скины какие-то. Play Pity, $3. Супер Валя, Пули Паля. Всякие штуки, всякие задания. Вон, сколько мы получили уже опять. Играйте каждый день и получишь тоже всякие стикеры, получаешь всякие стримы, можно посмотреть, регистрация, двойные новые очки и, соответственно, здесь получаешь тоже за сундуки. Если поделиться, можно тоже что-то получить, награду за репост. Угу, первый ранг не может делиться. Хорошо, 6 побед типа. Давай. Давай. Тут уже персы тоже такие уже. Бля, больно. Бля, хорош. Это пиздяк это уже. Хорош, прям отлично. Чем больше ты урона пропускаешь, тем больше ты можешь пиздюлей получить.
тот может сбить, а тот еще не может. Ай, блядь, с ноги прям. 91. Гребаный шутник. Ой, хорош, как выгнал. Шо? Все. Нормально. Ну, вот этот перс, он мне пробивал, получается, который в шляпе, короче, шляпник какой-то. Смотри, сюжет есть какой-то. Вот оно, развитие началось. Хорошо, что мы дошли до этого места. Тина. Автор вес полный чмич, маш, муж. Ну, мне, скорее всего, сейчас какие-то навыки будут, наверное. Домой иди. Да хватит ты прыгать уже, ёпта, ну сдохнет уже. Хорош. Сразу решил спрыгнуть, ну и флаг тебе в руки. Ай, блядь, больно. Да хорош уже, ну пиздяк от меня. Ёб твою мать! Она меня в воздухе пиздякает, оглушила. Нормально. Вот это был скилл, скорее всего. Бля, посмотри, она выбивает просто. Домой иди. Блять, откуда у тебя два, да? Хрен тебе. Бля, больно. Хорош. Еще раз. Еще раз. Блять, вот это мне пиздяк, ну. Да блять, хорош. Улети. Ух, и хуя. Охренеть просто. Жестко. Ну вот она мне пиздякала, сейчас нормально, кстати. Ну, может быть, мне что-то сейчас и дадут за это, чтобы я понял. Сундук. 5 энергии. Что прям, смотри, много всего дали. Монеты. Поздравляем с получением. Там, скорее всего, бои также будут из-за награды. А вот что за перса. Все, я понял. Вот этот новый герой. Ну, его можно даже опробовать, посмотреть, прикольно. Вот как вот здесь вот это работает. Как бы здесь какие-то стики, да, идут. А, ну вот они. На атаку, на защиту, типа. Допустим, я хочу это купить. На атаку. Повысить уровень, ее можно качать. Допустим. Это я могу поставить в красный. Все. Теперь мы разобрались, как это одевается. Экипировать. Все. Теперь у нас есть баф на атаку. Все, здесь баф. Это не прокачка, здесь баф есть. Ну, прикольно.
визитная карточка героя. Баннеры. Всякая штука, все для кастомизации сделано, я смотрю. Карточка данных. Золото, бриллианты, кейранты. Короче, много всего и вся здесь. Значки получены, экипированы. Вот такая вот игрулька, ребятки. Чё думаете, бесплатная? Стоит ли рубиться, стоит ли залипать? Вообще, ваше мнение интересно. И, конечно же, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами был Хайлхан, ребятки. Всем спасибо, всем пока.